Итак, подключаем диагностику. Вот наши неудачные попытки запуска двигателя. Смотрим. Датчик положения коленчатого вала у нас работает. Датчик абсолютного давления, судя по всему, тоже работает. Смотрим, что у нас показывает датчик кислорода. Датчик кислорода у нас висит внизу. Даже после запуска он у нас висит внизу. Это все указывает на очень бедную смесь. Также, когда у нас смесь образования переходит на работу по датчику кислорода, то мы видим, что у нас коррекции очень сильно идут в плюс. И при всем при этом датчик кислорода все так же висит у нас внизу, указывая на очень бедную смесь. Он даже не работает как положено, нет его необходимой пилы. В общем, это все указывает, что у нас очень сильный недостаток топлива. Поэтому в первую очередь будем смотреть, что у нас с бензонасосом. Итак, останавливаем двигатель и снимаем топливопровод с рампы. Как видим, давления топлива нет. Это первый звоночек того, что у нас какие-то либо проблемы с давлением топлива. Подключаем наш манометр. Так, подключили манометр. Включаем зажигание. Вот такая ситуация. Насос должен был накачать 4 атмосферы, держать давление в этих пределах. Но как мы видим, у нас абсолютно мало того, что давление не накачивается, так сразу же и снижается до нуля. Естественно, с таким давлением двигатель никогда у нас нормально не запустится. Будем проверять топливный насос. Насос у нас расположен под задним диваном. Вот здесь находится топливный насос. Сдается мне, что там либо лопнутый шланг в самом топливном модуле, либо что-то напутали при подключении. Удаляем все эти вещи. Нажимаем на фиксатор. Стянули стяжкой. Вынимаем аккуратно, чтобы не отломать поплавок. Итак, вот наш топливный модуль. В первую очередь необходимо обратить внимание на вот эти вот трубки, шланги. Они очень часто лопаются, и поэтому у нас не создается нормальное давление. А учитывая, что здесь якобы меняли топливный насос, то возможно причина как раз в этом.
Вот трещина. Вот она. И через нее уходило все наше давление. Берем новую трубку, стоимость ее у нас 30 гривен. Нам нужна трубка 180 на 8,8 миллиметра. Трубка очень жесткая, поэтому одевается непросто. Проверяем, чтобы здесь был уплотнитель в нормальном состоянии. Так, пробный запуск. Так, насос давления накачивает 4 атмосферы, как положено. Обратный клапан, конечно, здесь не держит, но это не столь важно, не столь важный момент. Она должна запускаться и так теперь. Пробуем запустить. У нас минусовая температура сегодня. Давление держит. Все в порядке. Проверяем, чтобы здесь не было нигде течи. И закрываем лючок.
Итак, диагностика после ремонта. Вот наш запуск. Что у нас показывает датчик кислорода? Вот наш датчик кислорода. Здесь у нас датчик кислорода без подогрева, поэтому у него довольно продолжительный прогрев. Но после прогрева он начинает вырабатывать так называемую пилу. Наши коррекции, как видим, пришли в норму. Они находятся около нуля, немножко в плюс, немножко в минус. То бишь, у нас все в порядке. Собственно говоря, проблема была именно в бензонасосе. На этом все. Надеюсь, видео будет кому-то полезным. Всем мира, ровных дорог и до следующих видео.